О, как удобно, и поставили контейнер. А то мы не знали, куда бросать вот Ой, как они использованные батарейки, лампы. А это очень удобно, этот контейнер. Евдокия Катанцева – первооткрыватель. Она пока единственная, кто воспользовался новым приобретением. В селе Большое Афанасово установили контейнер для сбора опасных отходов. Он небольшой, но очень важный. Контейнер по приему отработанных ртуть-содержащих ламп, батареек и градусников. Эти категории отходов относятся к первому классу опасности, и поэтому те методы, которыми мы раньше работали, нам уже не подходят. При содействии исполкома района нам установили вот такой вот контейнер, который необходим, я думаю, для жителей. И что удобно, мы его установили на первом этаже административного здания, где посещаемость людей у нас ежедневно очень большая. Жители мы оповестили, везде развесили объявления в местах массового пребывания людей. Все уведомлены, все об этом знают. Я думаю, люди будут охотно ходить и приносить сюда свои отработанные лампы. Контейнер стоит около 20 тысяч. Он выполняет очень важную миссию – защищает окружающую среду от попадания химических веществ, которые в последующем могут вызвать даже рак. Поэтому батарейки, лампочки, градусники нужно выкидывать именно в специальные урны. Внутри они мягкие, ничего не разобьется. Вопрос утилизации в 4 сельских поселениях закрыт. Идентичные контейнеры поставили в селах Шереметьевка, Сухарево и Верхняя Уратьма. Хочется отметить, что в городе таких контейнеров пока нет.